Сова вроде бы говорил. Ну вы же нифига не прописываете, когда берете. Всем привет. Да. Уже прописал. Я ж написал на СП. Кстати, а есть кто за осколками? По очереди. Кулак в списке 78. Так, я по 122 пошел. Чемпион с тамбой, а что-то протонаться не могу.
Угу. Мне только пока грешно. Грешница, интерес. Дайте фулл баф. Каску по фунту, 300 баф. Где чужой? Рыбу поставлю. Коршуны налетели. Друиды, Микки, забафайте, пожалуйста. Фани, блядь. Харе, фани. Кого микрофон так жестко фани? Ой, ты себя. Мы воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Наксадан был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Да. Да, блядь, у меня в ушах как будто кто-то ковыряется, блядь. Я выключу, блядь, микрофон просто. Блядь, так бесит, пиздец. Да не знаю кто. Увой, это шуршит все, блядь. Да, блядь, выключи, блядь, без тебя поиграем. Ну, пиздец, так бесит, невозможно. Я еще в наушниках сижу, пиздец, блядь. Как шуршит, вот как... Вот так и как не шуршит, так вот шуршит, блядь. Да кидайте воду в ЧС, нахуй, врага, блядь. Погнали нам. Заливайте ману гимнами, как на ману пойдет. Я КД. Все, все нормально пойдет там. Что-то у меня ошибка, я по КП выскочила. Кирилл, чё не ВК? Не, выпал. Нет, нажимай, блядь. Тебя Войт Лут поставил, блядь. Нет, нажми. А ё-моё. А, понял. Блядь, блядь. Так, я отойду.
танкеру кисти никому не надо? Нет. А. Сдал, сдал. Нормально. Ну, отошел. Тебя идеально слышно. Это у них было. Включи обратно то, что у тебя звучало. Голос твой. По-другому только. Тот был лучше. Это ты был. А чё, РСК-то была, ребята, нет?
А можно сову Микири бафнуть? Да, да, есть. Че, руки нет никому? Платные. Кому на секунду, ребята, секунду, подожди. После босса дам. Ушел, сказал, что ему надо на работу. Это было неразумное решение. Только попробую на вкус. Как вам такое? Может, спокойствие как-то распределить? Кто на взлетку вез? Выбирать нет. Да, только что. Я Линкса поднял, Микки. Лексикус, выключи активацию голосом, как дышишь, слышно все. Долги отдал уже, блин. Давай перейдем. Ну, 30 секунд, когда перейдем.
Все, все. Дикой, наверное, Седора, чё? Лучше умереть сейчас, чем опять. Да-да, на дом, у меня все на дом. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Подождите, не подходите близко, чтобы, блядь, вторую пачку. Сорок две секунды. Был фул пока. Верхней полки.
Гал. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы силы. Нет. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Да, давай, может, поможем Сержу на рейде, посижу. Не-не-не, громовой. Там 6К как бы есть, но как бы камней нет только что. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Давление. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Лестница умерла. Чего бы танк это слева, конечно. Справа-то кто будет? Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Я сон. Там вы найдете спасение, герой. Thank you.
портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Это заклинание еще не готово. Опять будет. Рики, да, вот шумит. Огненный. Да надоел. Перчи, дай, блядь, мне не надо. Слава, ну фонит. Ой, тебя не слышно вообще. О чем? Короче, пойду курить, там хильт смотреть. Сейчас как слышно? Когда шумит, тебя вообще нихера не слышно. Нет, это у тебя с микрофоном что-то. Что, я в сову обратно или чё? Да не, это не с улицы точно. Вода, вход на... Дракончики!
Ебак мимо не сел. Мощным. Саня, 30 тут? Да. Вот, не очень чисто льда. А, вот когда. Войт молчит уже давно. Эмилия, раздавай всем каски, если на полоне. Бомба хил ты там на маму поставишь. Ну, либо я, либо ТД.
Так, есть еще же два шамана, пусть они на ману поставят. Я так и сказал. Либо ты, либо ТД, либо я. Термочи снизу. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Паладинов нет. Лапы. Эмилия тангом шел, да? Или мама я пранктон? Милия танч. Поклон КП сделаю, да? Да. Ну, давай консикири зайди на танч. По протоколу желательно. Тогда садили всем бафнет каску, а тотемом мы распределились. Пятая пати все хилы или чек? Ну там кроме Элима ТД. Блять, жопа вообще с паладинами. Качай паладина вот. Да вообще не говори, пиздец. Мне кажется, я не справлюсь, это сложный класс. Ваша жалкая магия теперь бессильна!
Беги, малышка, беги! Далеко убежали. Я просто чем не ударил? Там копейки надо быть. А, флешмоб-то нет. Ловил вроде. Беги, малышка, беги! Кровский подарил босса, да? Причем? Не ждет, пожалуйста. Ок, Уотфорд был на сторону, давай сторону первую. Теперь бесить!
Даю гим. На ману. Беги, малышка, беги! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Беги из рынка, у тебя не кинет. Свободно. Лут забыл поставить. Да. О, лут забыл поставить. Да, да, тут. Да, Локи. Заменить может там лучше. Вань, по-моему, он флот был зашел. Алло, алло, кто враг хочет? Да. Там есть кто-то, нет? Спасибо за пост. Да, сюда. Синдри двоих я добирал. Грызи, только да. Почти. Слава, я еще на Сидре, когда мы били, брал двоих. Мага. И, блядь, второго кого-то не помню. Ланд. Ну, его другой перс с гильдии. Второго кого-то я брал, блин, не помню. На Синдре. А, да. И Лока с третьего пати я брал. Слава. Лока. Лока третьей пати. Фирст или как там его? Фирст Лайфа. Это я на Синдре, когда мы нашли пул. Дайте 300 баф лапленько.
Ой, ты чё, не варик кого не спекнуть? Поддамажит ты чё? Ты чё мне ЕПМ инстанули? Crazy Warlock. С этого. А, ну всё, всё, понял, начислять будешь, да? Потом сразу 1000 скуем. Да-да, всё понял. Это я говорю, Микки. Яга. Окей. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. И могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. На ком ты же живешь? Пиздец, ни до пятого не долетает. Рыж, заберите. До 9-го долетают. Птицы. Она шаман. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Валькира, твой господин. Беру.
Шаман, ставь это мне тебе гимн, что ли? КД. Кого-то одного убило. Да я знаю лучше. Завис. Завис. Тоже завис? Да. Я завис. Давайте Бэйл. Еще бэкфлай по пизде пошел. Меня выкинуло. Ну, в смысле, из игры. Нет, захожу только. Три процента зерга. Текстура улетел. Заебись. Синдры, сорян, я забыл. Ну сейчас. Сейчас нас реснет, потому что у в сумке лежит. До сих пор или на синдре часами? Что движет вами? Сейчас прими меня на ИП и я отойду. Че плюсану? Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал их в мои руки. Как я и рассчитывал, тебя король бич, блять, наградить за этот невольный подарок. Смотри, так, чё, акрофобия Эмили, по сколько там начислить? По 800, наверное, да? И превращать в воду. Отойду пока, короче. Они повергнут этот мир в пучину хаоса, а Азерот пойдет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы.
невозможно. Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Не могу пригласить. Настал час расплаты. А я тебе начислил, Маш, уже на него. Начислил. Давайте, добивайте лича. Пока вы добиваете, я разрулю лут Синдры. Токены и часы вроде. Покоритель, рольте. Дряга, обмен. Завоеватель, рольте. Графика, обмен. Филипп. Сука, вы уже начали обмен. Ёбаный в рот, блядь. Пизду, блядь. Кому осколки нужны в рейде? Часы никому не нужны, Синдры. Бонафлит. Чё вы это делаете сейчас? Чё это? Часы. Блять. И чё, и бомиску отдавать, что ли? Давай. Где он вообще, блядь? Вот он. Сыном. Сука, забагался обмен, блядь. Сейчас, короче, ролим с лича, шмот нахуй. Прилив, рольте. Как бы призрак какая-то будет. Так, кинжал Роги нету. Защитник, рольте. Не надо никому. ТД. Тры. Покоритель роли. Ягер. Так, осколки никому не нужны в рейде сейчас, да? Кто там квест выполнял? Его уже нет, он же ушел. Yep. Осколок остался, короче. Сейчас загрузка идет в Долоран. Так, там кокерные. Могу пригласить члена другой группы. Что там, блядь, предлагают постоянные квесты эти, блядь? Так, ибо Мисков, подойдите в Долоране ко мне, вон, вышел сюда, короче, тут колодцу, короче, иду. Так, а завоеватель, который с Синдры, кто вырлил? Короче, подходите кому надо к звезде за часами. Ну вон Бонафри 98 кинь. Так кинь обмен. Сука. Ёбаный рот, блядь. Фу, сука. Да я релогнусь и все. Да я релогаюсь. Почему я, блядь, должен релогаться? Это пиздец какой-то. Тут, видать, дохуя раз обмен кидал, забагался. Да не, это не я кидал, это мне кидал кто-то. Ну я и говорю, тот кидал. Так. Часы на. А завоеватель кому-то надо токен? Эгер. Там Лейла вроде выиграла. Лейла, ну давай, где она? Ты локом был. Я знаю, что ты локом был.
Ну, понятно. Короче. Чё, сейчас все на ИП зашли? Кикать ДК, да? Так Лока надо исключать, блять, кикать его надо. Надо ливать им. Ла, вот это, блять. Это Гулливерка, я Гулливерки начислял. Так, кто лишний у нас? Никого лишних нету. Начисляй, блин. Гулливерки в рейде нету сейчас? Нету. А, ну все. В итоге у меня остался токен на завоевателя. Ну давай, заходи где-то там. Выбирай. Ты что, 25 гер через 10 минут получается? Угу. За осколками будет топ 25 гера? Не представляю. Кто-то в третий Диабло играет? Так себе играет. Да не, можно пару вечерков посидеть. Если сюжет... Три года не заходил, сейчас решил зайти. Чё-то затянул. Смотря, что ты хочешь добиться в Диабле. Чё в Диабле? Если хочешь хороший шмот, там надо сидеть сутками. Ну, да. Да я знаю все это. Я в ПЕ играл, там еще жестче со шмотом. Еще жестче гриндить нужно. В Диабле 3 оказуаленнее. Попроще будет. Так-то поиграть можно. Не, ну если от Вова отдохнуть, не спорю. И ну? Но я что-то больше полутора часов в нее играть вообще не мог. Какой постоянный экшен идет. Я посмотрел, сколько там парагона люди собирают, это пиздец, 3000 парагон, это, блядь, жить в игре надо, что ли, бота ставить. Я на каком-то сезоне вроде ботов ставил на прокачку, 1000 парагона на фары на вас, и забил потом. Не, ну тоже, кто-то же деньги зарабатывает так, реально причем. Ну да, только там копейки все равно.